Эти добрые люди ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает в ней разочаровываться. Многие проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей. А сама утекает на восток. Ни шагу назад. Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Это выдержка из приказа номер 227 за подписью Народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина от 28 июня 1942 года. Неизвестная битва за Сталинград – тема нашего сегодняшнего разговора с историками Алексеем Исаевым и Дмитрием Хазановым. Здравствуйте. Дмитрий Хазанов – выпускник Московского института электронного машиностроения, генеральный директор научно-инженерного центра по информационным системам, автор книг и публикаций по истории войны и авиационной тематике, в том числе «Немецкие асы на Восточном фронте» и «Неизвестная битва в небе Москвы». Алексей Исаев, выпускник факультета кибернетики Московского инженерно-физического института, историк-любитель, исследователь, работал в Российском государственном военном архиве и Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, автор книг «Антисуворов», «Наступление маршала Шапошникова» и «Когда внезапности уже не было». Существует достаточно стереотипное представление о Сталинградской битве. Это долгое отступление по степям к Сталинграду, бесконечные удары, которые наносили немцы, а потом всем хорошо известное сражение в городе, уличные бои, снайперские дуэли и все такое прочее. Но, насколько я знаю, с ваших слов, Алексей, помимо боев непосредственно в городе, значительную роль играли бои, которые были до города и вокруг города, в то время как сражение шло непосредственно внутри образующегося котла. Принято считать, что начало Сталинградской битвы 23 июля. То есть, собственно, столкновение передовых отрядов армии Паулюса, шедшей на Сталинград, и резервной армии, которая получила номер 62. После этого прогремело танковое сражение в Излучине Дона, в котором участвовали сотни танков с обеих сторон. О котором почему-то мало сегодня чего известно. Ну да, сейчас действительно немного известно, хотя сохранность документов по ним, по всем этим мероприятиям достаточно хорошая. И можно узнать, кто, когда, где действовал. В общем-то, действительно было очень напряженное танковое сражение потом. Кто с кем? Вот в этом месте поподробнее, пожалуйста. Был основной ударной силой немцев был 14-й танковый корпус, с юга была 4-я танковая армия Гота, из которой действовал 24-й танковый корпус. И в Излучине Дона, и под Абганерово, и малоизвестным кому разъездом 74-й километр разыгралось танковое сражение. Сколько с каждой стороны было приблизительно? С советской стороны порциями вливались танки, и в общей сумме их участвовало около 400. А, соответственно, с немецкой стороны, но они действовали более, так сказать, единой массой, там примерно с учетом предыдущих сражений осталось примерно 200-250 танков.
То есть достаточно крупномасштабная битва была. А пространство, вот, протяженность линии фронта? Протяженность линии фронта была довольно большая. То есть сама по себе излучина Дона — это около 150 километров. И с юга огромные степи бескрайние. И железная дорога, идущая к Сталинграду, которая, вдоль которой, собственно, на достаточно узком фронте сражалась вот под Абганерово этим разъездом. И чем кончилось все это? Кончилось это тем, что в течение примерно полутора-двух недель советское командование сдерживало танковыми ударами смыкающиеся клещи, потом они все же сомкнулись, и в окружение попали главные силы 62-й армии. То есть, собственно, та 62-я армия, которая обороняла Сталинград, это были уже совсем другие соединения. Там попало в окружение примерно 30 тысяч человек. Немцы в течение нескольких дней этот котел ликвидировали и продолжили наступление на Сталинград. Долгое время у нас Сталинградская битва 17 июля начала, но последние исследования показывают, что в 23-е более правильно, потому что в 17-го были только стычки передовых отрядов, вышедших на вступивший в бой 62-й, 64-й спустя там сутки или двое армии, и развертывающиеся в линию 6-й полевой армии немцев. И по существу боев еще 17-го не было. А 23-го действительно немцы перешли в наступление. Они оказались более мобильными, подвижными и смогли уже на следующий день окружить две дивизии с частями усиления 62-й армии. Значит, также последние исследования показывают, что если посчитать все силы, которые Ставка бросила на это направление, то мы не только не уступали противнику в численности, а и значительно превосходили, и превосходство в танках было чуть ли не троекратным. Не случайно в одной из телефонограмм Сталин уже новому командующему фронтом Гордоеву писал, что стыдно отступать перед 50 немецкими танками, имея на фронте 900. И это, в общем-то, известный документ. Также были небольшие преимущества у нас в личном составе, в артиллерии, а вот в авиации мы на протяжении вот этих месяцев уступали немцам. Адольф Гитлер. Директива номер 45 от 23 июля 1942 года. Группа армий Б имеет свои задачи, согласно имеющемуся приказу, наряду с созданием линии обороны по реке Дон, ударом на Сталинград, разгромить формируемую там группу противника, захватить сам город и блокировать сухопутный перешеек между рекой Дон и рекой Волга. Вслед за тем направить моторизованные соединения вдоль Волги с задачей продвинуться до Астрахани, а также перерезать там главное русло реки Волга. Эти операции группы армий Б получают кодовое наименование «Серая цапля». Степень секретности совершенно секретна. Если смотреть о том, как была организована немецкая авиация, это структура объединений 4-й воздушный флот, которым командовал к этому времени генерал-полковник Рихтгоффен. И также в это время было два воздушных корпуса. Авиакорпуса 4-й, который действовал на Кавказском направлении, 8-й, который в это время основные усилия на Волгу, на Сталинград. И они так организовали свое действие авиации, что перебрасывали части и соединения, и там, где были активные наступательные действия или вообще активные действия наземных войск, перебрасывали туда авиацию, иногда даже с тех же аэродромов. Поэтому трудно сказать точный состав сил, но в принципе где-то 500-550 самолетов советских и примерно 700 самолетов вот в это время действовало немецких на Сталинградском направлении. Thank you.
фактором для советской стороны была неопределенность планов командования, планов противника. Соответственно, пришлось прикрывать большой фронт крупными силами и не знали, где немцы нанесут удар. На Сталинградском направлении? Да, именно на Сталинградском направлении, включая часть русла Дона и в самом начале, в завязке сражения, например, Сталин приказал нацелить авиацию на район Цемлянской, то есть считал, что армия Гота пойдет дальше на юг, на Кавказ. Соответственно, туда бросили советскую авиацию. Буквально на следующий день последовал удар, который, о котором говорил Дмитрий Борисович, то есть окружение дивизии, 62-й армии. А поддержки с воздуха не было. И, собственно, как немцы пробивались? Мощный удар авиации, который выбивает противотанковую артиллерию, а затем удар танков, который, собственно, бьет пехоту. Приходилось прикрывать несколько направлений. И размазывать удар. Масло тонким слоем, что да, называется. Да, да, это действовало и в августе, и в сентябре, собственно. Но все-таки наша авиация сыграла определенную роль, потому что немцы пишут о том, что если их что-то сдерживают, постоянные налеты бомбардировщиков, штурмовиков действовали с малых высот, в степи укрыться было особенно негде, да, не всегда они успевали разворачивать в боевые порядки противовоздушную оборону, зенитную артиллерию, поэтому определенный урон все-таки именно носили как раз наши летчики. Ну, у Анфи Нагенова это хорошо описано в романе «Мгновение вечности», что называется, пережито на собственной шкуре. Вот. А я вспоминаю воспоминания комиссара 85-го гвардейского истребительного полка Дмитрия Панова, который писал, что немцы воевали в воздухе в тот момент с некой театральностью. То есть бравировали. Вот он описывает, как немцы привели на наш аэродром два истребителя, бомбардировщик Петлякова, и расстреляли его, что называется, на глазах у тех, кто находился на земле. Один расстрелял ему левый мотор, другой правый, бомбардировщик рухнул, истребители ушли. То есть апофеоз наглости был и в воздушных боях. Если сопоставлять уровень выучки наших летчиков на тот момент с немецкими, преобладание у немцев оставалось, естественно. Да, конечно, но вот эта театральность, о чем вы сказали, и подавляющее господство, это все-таки более поздний период. Июль месяц, уже осенью? Это конец августа, начало сентября. Вот, пожалуй, я бы сказал, что с точки зрения воздушной войны этот период был наиболее тяжелым. Не только по цифре наших потерь, вот месячных, а это же все время фиксировалось, но и в психологическом плане. Все-таки июль – это более равная вещь. И потом немецкая авиация в значительной степени была занята обеспечением боевых действий бомбардировщиков и пикировщиков. Они их не оставляли без внимания. А вот этот вот период, о котором вы сказали, характеризовался исключительно напряженным ведением охоты. Они блокировали практически все наши действующие аэродромы. Их не так уж много было, и потом они были известны немецкой разведке заранее, и постоянно баражировали пары, а то и четверки охотников. Они не давали взлетать и садиться спокойно. Они сопровождали самолеты вплоть до возвращения на аэродром и при распуске группы на посадке сбивали. И многих, конечно, психологическое было состояние очень тяжелое летчиков. Давайте вернемся на землю. Что происходило дальше? Вот после 62-й армии, следующий знаковый такой момент. Следующий момент, август, это, собственно, прорыв к Сталинграду. Когда, перегруппировавшись после ликвидации котла, немцы с плацдарма на Дону рванулись к Сталинграду, это было 23 августа, вышли к его пригородом, и после этого сражение приняло ту форму, которую оно сохраняло почти два месяца, когда ставка Советского Верховного Главнокомандования бросала резервы и контратаковала фланг армии Паулюса, а немцы, соответственно, пытались штурмом взять Сталинград.
И такой, можно сказать, интересный момент получился, когда отправлявшиеся для отражения удара наступления танковой армии ГОТА к югу от Сталинграда два танковых корпуса, они оказались очень кстати. Немцы прорвались к Сталинграду, казалось бы, все, город падет к их ногам. Тут никого нет, кроме зенитчиков и каких-то отрядов НКВД. Дивизия НКВД была, но она немногочисленная была в сравнении с немцами. И тут, как айсберг из тумана, выплывают два танковых корпуса, которые умудряются отразить вот этот вот первый удар, не позволить немцам ворваться на улицы с самого... Это какие корпуса? Это... 2-й и 4-й танковые корпуса. И когда дальше последовал приказ, Паулюс и Гот, идите навстречу друг другу, делайте еще одно окружение, буквально у ворот Сталинграда. А этого не получилось. То есть вот, оказавшийся корпус Кравченко, будущего командующего танковой армии в районе Сталинграда, он развернулся вот по горящему городу, в этот момент был немецкий налет на Сталинград. Звездный, так да, называемый. Подошел. Совершенно неизвестный. Ну, скажем так, достаточно крупный налет был, по крайней мере, это наши, собственно, танкисты отмечают. Конечно, для них это мог быть крупным налетом. И, соответственно, встречает, готовых ворваться на улицы города танкистов 16-й танковой дивизии немецкой. Благодаря этому удалось удержать город и затем благополучно отвести на его... уже, можно сказать, ближайший к городу обвод 62-й армии. То есть это было такое, можно сказать, течение обстоятельств, которое не позволило немцу взять город сходу и привело к затяжным боям за него. Оказался фактически окруженным. Была за спиной защитника города Волга, без мостов, только с переправами. На юг уходили сплошные степи. И основная трасса города пролегала к северу, собственно, и шла железная дорога на Сталинград. И вот этот вот фактически окруженный гарнизон города, к нему пытались пробиться на выручку армии Донского фронта. И вот они по своей численности значительно превосходили, собственно, тех людей, которые сражались на улице города. Об этом мы знаем меньше. Потому что нам привыкли всегда показывать, что Сталинград, развалины домов, и по ним, собственно, прыгают люди с автоматами с обеих сторон. Да. Хотя так это была степь, и в этой степи разыгрался Верден. То есть сражение, в котором, вот, достаточно сказать, что вот начало сентября, 1-я гвардейская армия, это 124 тысячи человек, соседняя резервная армия, 24-я, 54 тысячи человек, то есть почти 180 тысяч человек. А на улице города в этот момент... было 52 тысячи человек 62-й армии. То есть втрое превосходила группировка, которая вела бои с немцем. Точно так же ситуация симметричная была у немцев. То есть Паулюс, он был очень умным командующим. Он не за счет даже перераспределения дивизии, а за счет накачки стоявших, вот, можно сказать, стеной к северу от города соединений. Они были самыми сильными, наиболее укомплектованными, а худшие дивизии штурмовали сам Сталинград. Парадокс. Потому что в общепринятой истории вот то, что происходило за пределами города, почему-то вообще не получило заслуженной оценки и освещения. Вот, возвращаясь к этому моменту, вот противостояние в степи, Сталинградский Верден, вы назвали наши части, а что было у немцев? У немцев там стоял 14-й танковый корпус и 8-й армейский корпус. И Паулюс, опять же, даже вот 16-я танковая дивизия корпуса 14-го, она получила дополнительно сверхштатный батальон танков. Там у нее она была наиболее укомплектованной и стояла, опять же, там была обстановка такая, когда гряда высот, и на обратном скате этих высот стояли немецкие танки. Советские КВ, Т-34, там, Т-60, Т-70 легких было очень, переваливались через гряду и практически в упорах расстреливали из длинноствольных вот этих вот дыроколов немецкий «Панцер-3». Но это было очень тяжелое и для немцев сражение, потому что, хотя дивизии вступали туда в бой очень сильными, то есть большое количество боеспособных батальонов, они быстро теряли боеспособность под ударами, в первую очередь, советской артиллерии.
Что было бы, если бы немцы опрокинули нашу группировку? Вот непосредственно, что со Сталинградом было бы? Взяли бы его тогда? Вообще, я его для себя назвал такое сражение за семафор. Там постоянно в донесениях упоминается семафор на железной дороге, собственно, подходившей к городу. Вот как была боя за избушки лесника, также было сражение за семафор. Вот если бы не было этого постоянного сражения, несколько волн, то наверняка защитников Сталинграда сбросили бы в Волгу. И так к ноябрю остались только несколько островков сопротивления. Если бы туда бросили сильные дивизии, свежие, которые вынуждены были стоять и защищаться, то я думаю, что шансов удержать город практически не было. Фактически вот это сражение в степи оттянуло у немцев возможности, что называется, наращивать мускулы. Да, наращивать удар. Они вынуждены были задействовать часть сил танковой армии Гота, когда он остался с румынским корпусом к началу советского контрнаступления. Собственно, авиация очень существенную роль сыграла. Она очень помогла немцам. Вот, все наши командиры на нее жалуются. И один из командиров танковых корпусов, а их как последовательно вводилось несколько дней, говорил, что авиация врага решила исход сражения, когда град бомб останавливал пехоту, а прорвавшиеся танки, собственно, становили жертвой немецких танков и противотанковой артиллерии. И вот это сражение продолжалось на протяжении всей битвы? Оборонительного периода оно постепенно погасло в октябре, но сентябрь был конец августа, и начало сентября, середина сентября, конец сентября было несколько волн, пытались переносить направление удара, пытались там готовиться. Это известный эпизод, когда Сталин приказывал: идите на помощь Сталинграду, а Жуков, можно сказать, выпросил у него 1-2 дня на подготовку. Он увидел, как бы, что люди не подготовлены, что, собственно, на совещании перед началом наступления они слабо знают обстановку. Он выпросил день на переподготовку, на то, чтобы командир всех степеней хотя бы увидели, куда ему предстоит бить. А к октябрю наступило некое истощение обеих сторон или просто поменялись планы? Ну, в общем-то, истощение, потому что танковые корпуса, опять же, назову некоторые цифры. Сталинградский фронт, и позднее переименованный Донской, который наступал, он имел больше 450 танков, в то время как в самом Сталинграде было меньше сотни. И вот эти вот танковые корпуса, они постепенно утратили собственную материальную часть, остались у них единицы танков. И к моменту смены командования, когда командующим Донским фронтом назначили вот, наступавшим, собственно, Сталинград, Рокоссовского, было предпринято им уже наступление буквально силами отдельных бригад, пытались прорваться по кратчайшему расстоянию. Это не получилось, и дальнейшее наступление они носили уже локальный характер. То есть, собственно, показывали немцам, что вот если вы ослабитесь, вот мы на вас напрыгнем и прорвемся. Константин Рокоссовский, военачальник, маршал Советского Союза, маршал Польши, герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны войска под командованием Рокоссовского участвовали в Смоленском сражении, битве под Москвой, в Сталинградской и Курской битвах, в Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 24 июня 1945 года Константин Рокоссовский командовал парадом Победы. Сейчас Волгоград – город, построенный из бетона и кирпича. Сталинград образца 1942 года – это в массе свои деревянные строения. Да, значит, примерно, да не примерно, а точно 19 августа последовал приказ Паулюса о наступлении на Сталинград. Поскольку немецкие наземные войска и военно-воздушные силы очень хорошо координировались в ходе этого сражения, то еще за день или два до этого приказа практически, ну, если не все, то почти все силы 4-го воздушного флота были стянуты для действия на Сталинградском направлении. Вот здесь, как вы говорите, две группы 52-й эскадры подтянули, были переброшены с состава 4-го авиакорпуса 55-я эскадра «Гриф» и так далее, и тому подобное. И фактически все, что
тогда немцы имели. Общая численность флота несколько упала, но на Сталинградском направлении количество самолетов увеличилось. Значит, как они действовали? Первая задача, которая стояла, обеспечить прорыв танков небольшого перешейка, который разделял Дон и Волгу. Задача была выйти небольшой и вообще-то малоизвестный тогда поселок, называется Рынок. Рынок или рынок? Рынок. Рынок? Да, я специально смотрел, и там вот было сказано, что это какое-то тюркское название, именно так оно называлось. Вот. И для того, чтобы танки могли относительно спокойно преодолеть этот перешеек, была обеспечена поддержка всей ближней авиации 8-го и 4-го авиакорпусов. Это прежде всего пикирующие бомбардировщики, штурмовики и истребители. Они буквально висели над головами своих танкистов, сопровождая их. Кстати, во время прорыва от огня земли, вот когда они терзали одну из наших дивизий, которая оказалась на пути наступления, немецкая авиация понесла, в общем-то, немалые потери. 15 часов уже была перенацелена авиация для удара по Сталинграду. Он вообще вошел в анал истории как вечерний. По-моему, в 16-17 посты в нос обнаружили большие волны немецких бомбардировщиков с дальних аэродромов. Тогда еще авиацию к Сталинграду немцы не подтянули. Ну, как я знаю, самолеты совершили по одному вылету. В этом налете участвовало всего около 400 самолетов, поскольку бомбардировщики прикрывались истребителями с подвесными баками, то количество самих бомбардировщиков было не такое уж большое. Немногим больше 200 самолетов. Но результаты... Города, это... ну, вот первый налет на Москву, который состоялся вот 21 июля 1941 года, там участвовало такое же количество бомбардировщиков, но результаты несопоставимы, потому что Москва разрушена не была, а вот Сталинград... был, и огромное количество зажигательных бомб, тяжелых зажигательных бомб. Были расписаны цели, как нефтяной завод Сталинграда в качестве главных, попадание и разрушение нефтезапасов, нефтепромыслов. Там промыслов не было. Вот нефтехранилищ, горящая нефть потекла в Волгу. Люди, которые пережили, говорят, что это было что-то ужасное. И еще один момент. Ведь, ну, мы знаем, да, население Сталинграда, предвоенные переписи, но здесь находилось очень много людей, которые под натиском немцев скрывались, уходили, отступали беженцев на восток. Точно неизвестно. И вот пытались установить, сколько же людей вообще погибло во время вот этого налета, потому что последующие налеты там, в общем-то, и фиксировались, и есть результаты, а здесь полная внезапность. И говорят, что где-то 42 тысячи, вот последние исследования, хотя точных данных, насколько я понимаю, нет. Эвакуация, как вы знаете, фактически была запрещена к этому моменту. Предприятия работали. Ну, были сигналы воздушной тревоги, но они и раньше поступали. И вот деревянный город, особенно рабочие поселки, он сгорел полностью. Остались свидетельства многих людей, в том числе секретаря обкома Сталинградского Чуянова, о том, как это все происходило. Как волна за волной, немецкие бомбардировщики жгли город. Но они не только жгли город, они разрушали и промышленные предприятия. Дальше, в течение 3 или 4 дней, они продолжили эту работу. Но все-таки вот 23 числа, это особый день, не случайно сегодня вспоминают как день памяти и скорби волгоградцы уже, да, жители, нынешние жители города. И многие просто со скорби в голосе говорили, что нашего города, где мы родились и выросли, просто не существует после этого. Ну да, мало кто сейчас знает, что в Волгограде
есть, вернее, был Кремль. Ну, как практически в любом старом городе. Да. Центральная часть. Да, был Кремль, который после этого налета был практически полностью разрушен и не восстановлен по сей день. То есть, как бы утрачено значительное, помимо жертв среди мирного населения, помимо разрушения промышленного компонента Сталинграда, была уничтожена ценнейшая историческая часть города, которой сейчас просто нет. Вот. У Панова, опять же, хорошо описано вот этот налет, потому что он ехал как раз принимать должность комиссара полка и оказался именно в эти часы внутри города. Как он пишет, город гудел буквально. Вот жар огня доносился даже туда, где пожаров не было, и стоял гул от пламени, который просто бил по барабанным перепонкам. В результате он там спасал людей, женщин, выпрыгивавших из окон домов, как-то пытался что-то сделать, и очень потом горевал, что реглан, который он берег для боев, который мог продлить его жизнь в самолете в случае пожара, фактически полностью сгорел во время вот этого налета. Вот. Ну и там у него достаточно пространное описание того, что происходило на улицах, в домах, как действовали люди, что горело и как. Всем бы рекомендовал почитать. Возникали вопросы, и часто они возникают. Ну а как же противовоздушная оборона? Да, строили ее, готовили. Ну, здесь надо сказать, что, в общем-то, оказалась она не такой сильной, организованной, как московская. Хотя вроде количество средств было выделено, но не успели людей обучить. Весной в состав подразделений, в частности, зенитной артиллерии, было очень много женщин и девушек направлено. Мужчины ушли на другие, более опасные участки. Ну, а истребительная авиация? Да, ну вот сейчас про истребительные. Угу. Значит, ну и вот получилось так, что зенитчики, в частности, части подразделения 1077-го полка, они просто одновременно с отражением воздушных налетов вынуждены были вести бой с немецкими танками около этого поселка Рынок. И, конечно, многие погибли. Немцы говорят, что сумбурный огонь, мне где-то попались воспоминания, но удивительно мало потерь понесли, а когда они уже подошли к, собственно, позициям зенитной артиллерии, то тут-то и выяснилось, что их противниками были молодые женщины и девушки вот, русских противовоздушных сил. Наверное, не успели. Да еще обстановка была очень и очень тяжелая. То есть фактически первый бой, он для многих оказался и последний. Что касается истребительной авиации, то тоже совершенно неожиданно было для командования, в частности, 8-й воздушной армии. Все-таки 102-я дивизия, она использовала преимущественно самолет устаревшей конструкции. Особой надежды на них не было, что они смогут отразить этот налет. А вот даже И-153 были. И-153, там были и 16-й, первых, еще испанских серий, там они так в кавычках пишут, с двумя пулеметами. Это бывшие училища, самолеты военных училищ, которые мобилизовали, и вот, значит, формировали эти полки, которые потом стали частью 102-й дивизии. Ну, летчики тоже были очень по-разному подготовлены, хотя много было и в прошлом инструкторов, которые имели хороший налет. Вот. А в основном наша авиация в это время действовала юго-западнее Сталинграда, вот о чем Алексей Валерьевич сказал, где ну, через станцию Абганерова 4-я танковая армия пыталась пробиться. И вот этот рывок, он оказался неожиданным, и также неожиданно был налет на город. Люди, которые вот до сих пор живы, они говорят, что когда вот задаешь вопрос, как можно охарактеризовать, они говорят, если одним словом, то жуткой неорганизованности. Это вот первое, что бросается в глаза. Накануне было принято решение на усиление 8-й воздушной армии в исполнение потерь две дивизии перебросить.
но шло вроде на самолетах самых последних серий. Там ввели в бой одну дивизию целиком укомплектованную самолетами Ла-5, а вторую самолетами Як-7. И, казалось бы, должно было быть, но вот так не получилось. Ну, они люди уже были плохо на знали. Фронте? Нет, они вот в этот момент они как раз перебазировались. Отдельные полки пришли, кто-то изучал обстановку, пытались облетать район. И вот получилось, что первые бои в очень тяжелых и крайне неблагоприятных условиях при активности и насыщенности воздуха немецкой истребительной авиации они не могли даже взлететь нормально и занять боевые порядки. Поэтому немецкие бомбардировщики бомбили город практически, вот, к сожалению, надо сказать, практически беспрепятственно. И когда немцы пишут, что в журнале «Рюгофен» написано, что погибло 3 самолета, то это часть правды. 3 самолета, в общем-то, ну, можно так поверить, это то, что было сбито зенитной артиллерией над городом. А вот если брать вообще результаты этого дня, там где-то 23-24 самолета только в журнале генерал-квартирмейстера Люфтваффе. Так что при том, что количество вылетов вот у них зафиксировано 1600, а наши источники указывают 2000, но посты в НОС тоже были разбомблены, поэтому непонятно, кто там считал. Ну, мне попалась где-то немецкая цифра, тоже в трофейном документе, 1500, там что-то 83 самолета. Ну, короче, самолетов вылетов, да. Короче, вот понятно, что в этот день они очень интенсивно использовали свою авиацию и практически там по 2 вылета каждым исправным самолетом. Причем основная нагрузка была на поддержку наземных войск. И один вот вечерний вылет был связан с задачей деморализовать оборону русских, зажечь город и психологическую травму вообще всему вот аппарату, штабам, которые находились в Сталинграде. Мне кажется, что вот некоторые немецкие летчики потом в дневниках писали: Сталинград разрушается, он непременно будет разрушен, так будет исполнена воля фюрера. Вот такие высокопарные. Ну, это был приказ Гитлера, что необходимо нанести удар, да, по Сталинграду. Поэтому... По-моему, в директиве 45, что ли, он еще говорил, что город должен быть разрушен предварительно. Адольф Гитлер. Директива номер 45 от 23 июля 1942 года. Задача авиации первоначально крупными соединениями поддержать форсирование сухопутными войсками реки Дон, а затем продвижение восточной группы войск в направлении главного удара вдоль железной дороги на Тихорецк и концентрация главных сил для уничтожения группы армий Тимошенко. Наряду с этим поддерживать операции группы армий «Б» против Сталинграда и западной части Астрахани. Особое значение имеет при этом заблаговременное разрушение города Сталинград. Потом уже, когда острота этого дня спала, я видел объяснение, как так получилось, кто там давал приказы. Вот чтобы вы представили вообще ситуацию, которая сложилась, немцы ворвались на один из аэродромов, а там после ночных вылетов отдыхал личный состав 596-го полка. Ну, никто не ожидал увидеть там немецкие танки. Они, наспех проснувшись, постарались скрыться. Ну и в основном это удалось. Оказалось, что 19 самолетов или 20 самолетов попало в руки врага. И вот 2 летчика, Покликушин и Шиляев, пробрались своим самолетом. И пока немцы не разобрались, где что, не поставили где посты, один самолет У-2 угнали. Таким образом, 19, оказалось, взлетели и, перетянув через Волгу, тут же приземлились уже в расположении своих войск. Когда они попытались, вернувшись на этот берег, еще раз сделать, то эта операция им не удалась. Немцы обстреляли, они, правда, живые, вернулись домой, но уже без самолета. Вот, пожалуйста, материальная часть одного из полков кукурузника просто целиком попала к врагу.
когда враг начал бомбить, а прикрыть город было нечем, это, наверное, редкий случай в практике, были подняты днем, ну, в общем, еще не стемнело, аэростаты заграждения. Там, по-моему, 6-й батальон находился, а зенитчики, решив, что это как раз немецкие бомбардировщики, расстреляли значительную часть этих аэростатов и таким образом еще отчитались как о сбитых вражеских бомбардировщиках, которые взрывом разрывались, там, говорят, как, что попали, и поскольку начинены бомбами, вот, значит, ну, да. Как сильно, это, взрывались. Сильно взрывались. Да. Ну да, у аэростата уже на тросе висела бомба. Да, это на тот случай, если вдруг заденет самолет. Да. Это говорит просто о плохой организации. Ну, бардак чудовищный царил. Известно было, что это в воспоминаниях немцев проскальзывает, что мы под Сталинградом впервые захватили ленд-лизскую технику. И действительно, если посмотреть документы, то именно в этот момент стали прибывать первые автомобили, в том числе американские «Виллисы». И, собственно, вот эти корпуса, которые после пополнения, после июльских боев ехали к Сталинграду, они имели и танки Т-34 новых типов, и ленд-лизовскую технику. Собственно, у них были вот пигмеи английские и «Виллисы». И, собственно, есть фотографии даже немцев у Виллиса. Это на юго-западном направлении было захвачено. На Сталинградском. Да, да, собственно, в Сталинграде, это вот как раз там, где они прорвались к городу. Там вот эшелон, и вот этот вот стоящий эшелон, он потом стал одним из участников сражения за семафор. Когда стоит эшелон, вот этот вот обгоревшие вагоны, за ним прятались немецкие танки, и из-за вагонов их не видели, они могли, как говорится, просунуть дуло между вагонами, они стреляли по атакующим советским танкам. Так что там было действительно очень такое напряженное сражение, которое было, как говорится, многосерийным. Вот эти тушки набитых танков, так сказать, обгорелые корпуса, они превращались в немецкие оборонительные позиции. То есть в них садились немецкие пехотинцы, прикрываясь броней от артналетов, отражали советские атаки. Неоднократно Сталин спрашивал Еременко, Хрущева, ну, как идут дела, куда деваются резервы многочисленные, которые туда подбрасывали. И, в частности, вот осталось доклад этих двух вышепомянутых наших товарищей, Еременко и Хрущева, 24 сентября Сталину, где они объясняют причины наших неудач, что плохо организован бой, нет достаточно эффективной разведки, наступаем очень скучно, несут большие потери. Они сказали, что удалось установить, что у противника, значит, не только немецкие войска здесь действуют, румыны, венгры, австрийцы, поляки. В принципе, считают, что это их слабость. Также ВВС итальянцев принимают участие в боях. Говорят, что очень неспособны у нас генералы, в частности, наштабников, что виновен Гордов, недостаточно инициативен, Никишов плохо организовал штабную работу, Коваленко, Рухли, вот перечисления идут там многочисленные. А дальше я позволю себе зацитировать. Командующий 6-й и 4-й танковой армии, имеется в виду Паулюс и Гот, не блещет особыми способностями. Тупые, но упрямые подлецы. Основной фигурой, которая их спасает, является командующий 8-м воздушным корпусом генерал-полковник Рюдлофен. Но на самом деле он командовал, как я уже говорил, 4-м воздушным флотом к этому времени. А корпус он сдал еще в конце июня. Можно еще отметить, как способных и смелых командиров, командиры 29-й моторизованной дивизии Фромера, 14-й танковой дивизии Кюна, 24-й танковой дивизии Хауншильда. А дальше они дают уничижительную характеристику румынским дивизиям и их командованию, генералу Драгомини, генералу Теодореску, Тудоле, которые наши доблестные, значит, командующие называют не иначе, как генералы отступления, генералы бегства. Да, ну и что в результате на это ответил Сталин? Ну,
Значит, что мог сказать товарищ Сталин? Что к этому? Он пытался несколько раз менять командование на этом направлении, пытался подобрать наиболее хорошо зарекомендовавшихся людей, понимая, что если сейчас Сталинградский фронт рухнет, то могут быть самые тяжелые и невероятно неприятные последствия. Поэтому вот Гордов, которому сначала дали очень большие полномочия, власть, потом он решил, что нет, он еще не может здесь командовать в такими крупными соединениями. Ерёменко, ну, тоже, но когда дело дошло до окончательного, значит, операции, тоже его немножко подвинули. Ну и в конце концов, как мы знаем, да, выбрали людей, которые с точки зрения Сталина на тот момент были наиболее способными, наиболее быстро усваивающие военное искусство. Там, кто здесь представлял? Рокоссовский, Жуков, Воронов. Здесь постоянно находился, или почти постоянно находился, Маленков. Часто приезжал Василевский, да, вот как раз хотел сказать. Вот люди, которые, как он понял, могут изменить ситуацию, что-то сделать, да. Чуйков, собственно, он начал битву на второстепенной должности. Он долгое время был советником в Китае и был такой темной лошадкой. Он был сначала заместителем командующего 64-й армии, а потом попал на 62-ю армию и, собственно, прославился. То есть человек хорошо себя показал, и он его продвинули. А командующий 64-й армии Шумилов, про него обычно мало говорят, потому что, собственно, его звездный час был в августе. Это он показал себя, наоборот, с очень хорошей стороны. Он, имея малые силы, до него постоянно резервы не доезжали. Ему дадут резервы, в этот момент Паулюс ударит, и эти резервы, в результате, оказываются брошены в пекло. А он малыми силами очень грамотно группируя то, что у него есть, сумел длительное время сдерживать армию Гота на подступах к Сталинграду. И, собственно, у него таких катастроф, как было к северу от Сталинграда, вот эти все прорывы, окружение, он обошелся без всего этого. То есть он обошелся без окружения, они отступили в южную часть Сталинграда, и, собственно, с его позиции началось ноябрьское контрнаступление. Михаил Шумилов, военачальник, генерал-полковник, герой Советского Союза. Красной армии с 1918 года. Форсировал Севаж и участвовал в штурме Перекопа. Участвовал в боевых действиях в Испании. Великую Отечественную, командир стрелкового корпуса, заместитель командующего войсками армии на Ленинградском и Юго-Западном фронтах. Позже командующий войсками 64-й армии, принимавший участие в Сталинградской битве. В дальнейшем части армии под командованием Шумилова участвовали в Курской битве, форсировании Днепра, Кировоградской, Ясо-Кишиневской, Будапештской операциях, освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии. Насколько существует стереотипное представление о боях в городе, это, как вы справедливо сказали, беготня автоматчиков и такие театральные снайперские дуэли. То есть и то, и другое имело место быть. Но, насколько я от вас слышал, основными боевыми группами были саперы, да. И война шла не совсем так, как это кажется из фильмов. Да, опять же, в фильмах больше говорят о том, что происходило в октябре, в ноябре, да, в начале ноября, собственно. А бои за город, за сам город, они происходили на открытом пространстве. И немцы применяли такой прием, они постоянно как бы меняли направление удара, и защитники не имели возможности концентрировать силы. Они собираются в одном месте, где был нанесен предыдущий удар. Удар переносится, и, соответственно, какой-то участок обороны прорывается. Да, прорывается. Но, тем не менее, им удалось довольно долго держаться на отдельных участках. Широко известно сражение за вокзал, сражение за Мамаев курган. И тут следует сказать, что... Тракторный завод. Да, тракторный завод – это уже ноябрь, собственно. А поначалу Чуйков действовал примерно так же, как шел Верден в степи. И к нему прибывают резервы,
идут пешим маршем по степи, там 30-40 километров, переправляют через Волгу, и он бросал их в контрнаступление. Первые сентябрьские бои, они очень похожи к северу от Сталинграда, Вердена, в самом Сталинграде, когда пытались контратаковать наступающих немцев и добиться какого-то решительного результата, то есть разгромить атакующих, и все, на этом как бы сражение должно было закончиться. Но этого не получалось, и потом Чуйков постепенно перешел к более грамотной организации боев в городе. В этом плане показательно его отношение к дивизии Родимцев, которой ему дали резерв. Он в воспоминаниях потом написал, видимо, уже не очень хорошо помнит, что происходило, что у них не хватало оружия, и мы им что-то там наскребли по сусекам. Однако, если посмотреть по документам, видно, что он очень грамотно подошел к вооружению дивизии. Он фактически заставил бойцов побросать винтовки и взять в руки автоматы и пулеметы. То есть дивизия была не укомплектована пистолетами, пулеметами ППШ и ручными пулеметами. Но была хорошая комплектность винтовок. И буквально за день до того, как она вошла в город, им вооружение поменяли, сделав акцент именно на оружие ближнего боя в городе. Автоматическом. Да, автоматическое оружие. То есть укомплектовали хорошо ручными пулеметами, дали там 700 ППШ. И, собственно, с этим оружием они сражались в городе. В свою очередь, уже когда бои начались в самом городе, когда они начали атаковать заводы, когда Сталинградский танковый завод, где они, кстати, как заявляют, захватили 100 танков в различной степени готовности, они применяли не столько свои танки, танки как раз стояли стеной под семафором, да, а они собрали со всего фронта, то есть изъяли из дивизий, стоявших на других участках фронта, саперные батальоны, и они с огнеметами, с зарядами взрывчатки прокладывали путь вперед пехоте. То есть взрывали дома? Да, они подрывали дома, они подрывали какие-то укрепления. Точно так же находили себе применение пикирующие бомбардировщики. Когда они буквально с ювелирной точностью вот, выбрали немцы новое направление, удар пикирующих бомбардировщиков, опять же, вплотную к своим войскам, потом идут саперы и пробивают вот этот участок и прорываются вперед. Ну, саперы, по сути, выполняли роль ходячей артиллерии. Да, естественно, применялась и обычная артиллерия, но так саперы пробивали путь вперед, потому что считали немцы, что по обломкам от зданий танки проходимость плохая, уязвимость у них в городе большая, поэтому их применять нецелесообразно. Они их применяли, но все же ограничено. Поэтому вот сценарий боев был такой, что немцы наносят удар на новом направлении, пробиваются, захватывают несколько кварталов, затем с восточного берега Волги переправляется пополнение и стабилизирует ситуацию. Следующий сценарий – опять новый участок, опять добиваются какого-то результата, и опять ситуация стабилизируется за счет переброски каких-то свежих сил. Когда ситуация в степи стабилизировалась, оттуда начали изымать дивизию. То есть снимают, да, снимают оттуда дивизию, потому что фронт успокоился, и вводят ее в бой в городе. Поэтому дивизия Родимцева, она самая известная, 13-я гвардейская, но не единственная, которую так вводили. Это был сценарий, который повторялся в целой череде штурмов. Алексей, а вот наши использовали тактику применения саперных частей для подрыва домов, для прокладывания пути нашим войскам, или это был немецкий ноу-хау? Они применяли, естественно, уже в собственных наступательных операциях, когда это было в 1945 году, когда брали город, когда брали Кюстрин, когда брали Берлин. Но в Сталинграде нет, да? Да, в Сталинграде находились больше в оборонительной роли, поэтому основное это вот то, что Чуйков начал вводить, это вот некие штурмовые группы. Он прямо в приказах пишет, что группы обязательно с гранатами, но он и в воспоминаниях про это написал довольно подробно. А так это четко прослеживается в приказах. Численность вот группы. Да, небольшие группы, то есть буквально на уровне десятков человек, которые вооружены. 20-25, вот то, что доводил смотреть. Я хочу сказать, что вот эту тактику очень хорошо использовали. Например, при штурме Севастополя. И когда стали смотреть, вообще большие потери нет, потому что эта тактика, которая основой своей из Сталинграда, очень хорошо зарекомендовала себя вот при, допустим, боях на Сапун-горе. Казалось бы, да, причем там Сталинград, а вот при том, что
небольшие группы, где были и артиллеристы, и саперы, и авианаводчики. В конце апреля, в мае 44 года, позволили прогрызть эту оборону, хорошо организованную, да, и вот сугубо сталинградская тактика. Опасность была ситуации в ноябрьской тем, что близилась зима, и по Волге пошла шуга, то есть вот эти вот мелкие куски льда. И, собственно, доставлять снабжение становилось все сложнее. И немцы, которые вышли, уже могли простреливать Волгу, они могли прекратить снабжение плацдармов. И, собственно, гарнизон города был бы обречен. И поэтому к моменту начала контрнаступления ситуация была, прямо скажем, критическая. Когда глубина плацдарма 100 метров, и, собственно, при сильном ударе, при отсутствии снабжения и пополнения, они запросто могли погибнуть. Ну и штуки утюжили Волгу, тоже исправно достаточно. Да, хотя, как ни странно, вот если взять потери бронекатеров, потому что активно участвовал в сражении Волжской военной флотилии. И это было наиболее мощное средство доставки, потому что катера худо-бедно бронированные и относительно быстроходные. И, собственно, вот плацдарм Людниковый 138-й дивизии, он был вот 100 метров глубиной, и ему доставляли снабжение бронекатерами. И потери у них были невелики, и, собственно, из, если не ошибаюсь, 3 или 4 потерянных кораблей, 2 было потеряно при попытке высадить десант и проложить очередной коридор к городу с севера, уже предприняты в самом начале ноября. Тогда бронекатера оказались под ударом немецких танков, стрелявших с берега, и, собственно, были потеряны. А так это было, ну, не то что чудо-оружие, но очень эффективное средство снабжения. А так, естественно, сбрасывали с самолетов Су-2, но патроны мялись, то есть считалось, что мешки вот эти сбрасывали, они приходили в негодность. Но, тем не менее, очень широко использовали эти мешки, и особенно вот то, что вы сказали, конец октября, начало ноября, там, по-моему, такое количество вылетов было направлено на доставку оружия, продовольствия, мешки эти. Прорабатывался вопрос доставки на плацдарм с помощью планеров. Их специально из центрального района перегнали какое-то подразделение, чтобы можно было каким-то образом снабжать. А куда садиться-то на планере? А там просто они на эту прибрежную полосу. Абы как. Еще несколько слов можно в связи с этим. Значит, действительно, бронекатера понесли не очень большие потери. И и одной из серьезных опасностей для них были это мины, которые немцы, начиная с 20-х числов июля, начали активно сбрасывать на фарватер Волги. Это было новое и очень неприятное оружие, потому что магнитно-акустические мины, как вы понимаете, значит, проходящие судно, да, могло все взорваться. И вот здесь был зафиксирован 1 августа случай, по-моему, единственный в истории нашего военно-морского флота, когда адмирал Хорошкин погиб на боевом посту. Он подорвался на катере какой-то БК, ну и вместе с ним пошел ко дну. И, насколько мне известно, больше случаев, чтобы на мостике боевого корабля адмирал Советского Союза погиб, больше такого случая не было. Должны сегодня завершать. Я чувствую, что Сталинградская битва и контрнаступление у нас будут при следующей встрече, равно как и рассказ о Михаиле Дмитриевиче Баранове, Эле Люхине, Медхане. Я благодарю вас за участие. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.